В Омске автоледи не поделили дорогу, и дело закончилось дракой. Кадры неженского поведения на проезжей части попали в объектив видеорегистратора. Все началось с того, что водители Мерседеса и Део несколько раз подрезали друг друга, а после поравнялись на светофоре. Разгоряченная дама, которая сидела за рулем малолитражки, выскочила из машины и решила выяснить отношения с соперницей. Она нанесла один удар обидчице, долго что-то объясняла, видимо, напоминала краткий курс правил дорожного движения, а после, судя по всему, для закрепления материала оттаскала водителя Мерседеса за волосы и нанесла еще несколько ударов руками. После чего нервы соперницы не выдержали, и она нажала на газ.